привет. Значит, это у нас обзор комплекта инструмента для замков Securema. Значит, комплект состоит из трех насадок. Три вот таких насадки металлических. Первая — это К1, К2 и К22. А также в комплекте идет вот таких две насадки с ручкой для К1. Но это они в зависимости от рынка выпускают разный профиль. То есть это у нас два замка. 2К1, это Европа, это рынок СНГ. И также вот профиля можно глянуть. Справа это европейский профиль, слева наш СНГ-шный К1. Это профиль К2 и профиля К22. Значит, открываются они все фольгой. К1 открывается готовой фольгой. К2 и К22 листовой. Сейчас продемонстрирую, покажу. Итак, это у нас К1 для рынка СНГ. Берем инструмент, сверху ложим иглу. Кстати, инструмент универсальный, он подходит как и на правую, и на левую сторону. Меняется сторона. Сейчас покажу как. Вот у нас пины, я сейчас хочу вставить, то есть инструмент под левую сторону. Нам нужно на правую сторону. Откручиваем. Полотно выдвигаем в обратную сторону. Инструмент становится у нас правосторонний. Вставляется игла. Сверху обязательно ложится фольга. До упора вставили, иглу достали. Руку держим и вот так качаем. Замок открытый. Идем дальше. Итак, К1, европейский профиль, чем-то похож с СЭО. Здесь используем вот такую насадку и вот такая ручка идет. По обратной стороне ложим фольгу готовую. Так же само придаем ей форму. После чего перекладываем на рабочую часть. Вставляем. Ручка очень удобная. Здесь плавающая вот эта часть. Можно вот так качать. Устала рука на эту сторону. Можно просто по центру. Вот, то есть открыли, закрыли. Идем дальше. После этого замок работает без проблем, без заеданий. К2. К2 у нас имеет два ряда пинов. Ключ, наверное, не от этого замка. Вот, ключ от него. Здесь у нас вот такая насадка. И так же самое, по обратной стороне делается фольга, потом перелаживается на рабочую часть. Переложили, аккуратно вставляем. Носик вот сюда чуть-чуть загнуть. До упора вставили. Одеваем насадку. Ручку вернее. То есть, не удивляйтесь, эти замки действительно очень быстро открываются. Если замок не открывается долго, значит, скорее всего, передавилась фольга, он уже просто не откроется. Сколько по опыту я их открывал, они не попадают ни в антипикинг, никуда. Они ли быстро открываются, или просто не открываются, передавливается фольга. Этот замок не исключение, это абсолютно новые замки. К22. К22 также двухрядка, но у него с особенностью есть вот такие продольные пины. Они могут быть в этом ряду, также они могут быть наискось. С К22 уже посложнее. В принципе, процентов 90 замки открываются, но могут встретиться такой замок с такой секретностью, который просто не откроется. Поэтому инструмент здесь выглядит вот так. К22 уже более четкий замок. Поэтому нужно очень аккуратно вставлять. Вставили до упора.
кстати, вот ситуация, большой люфт. Какой-то пин все-таки передавился, и замок попал в антипикинг. Вот, люфтит. Вот, хрустит. Значит, нужно заново сделаем новую полоску. Носик немножко загибаем. Берем форму для фольги. Всем пока.